Взрывы были. Страшно было очень. Штук 10. Как долго стреляли, какие последствия? И прямо какие последствия? Вот третий этаж, соседи, рядом квартира. Дома нет? Повыбило полностью все. Ой, разбита крыша. Они прибежали ко мне, у меня следующая угловая. В ванной прятались. Ну, у меня в спальне два окна разбито. Это вот выглядит вот так. Это от чего воронка? От снаряда. Как-то так. Ну, буквально через 3 минуты был второй прилет уже вот и прямо в цех. И поэтому люди, которые не успели просто укрыться здесь, пострадали. Да, мамы нет, и все. Все, мамы нету.